всех горячо приветствую. Власти Франции конфисковали две суперяхты общей стоимостью почти 100 миллионов долларов, принадлежащие Алексею Кузьмичеву, российскому олигарху. По оценке Forbes, 59-летний Алексей Кузьмичев был соучредителем Альфа-банка. Его состояние оценивается примерно в 6,2 миллиарда долларов. Лично у меня нет никаких сомнений, что все нажито честным трудом. Однако жизнь несправедлива, и 17-метровая яхта стоимостью 22 миллиона долларов конфискована в Каннах. Другое судно стоимостью 76 миллионов было конфисковано в Антибе, прибрежном городе недалеко от Канн, сообщает источник в правительстве. Всего вам доброго. Зарабатывайте.